Сегодня к осмотру у нас краска торговой марки Гамма по керамике, перламутровая краска, 4 цвета, краска на водной основе, это понятно, так, 46, я не знаю, это, наверное, Россия. Ага, нифига себе. Москва, Россия. Объем краски одного цвета 10 миллилитров. 2008 год. Угу. Вон когда. 4 цвета по 10 миллилитров. Керамик Color Set. Ну что ж. Смотрим инструкцию. Краска предназначена для декорации разной керамики, глины, фарфора, фаянса. Фиксация для ускорения высыхания. Самое более короткое задание. Угу. Надо в духовке. Короче, нарисовать и потом дать ему 24 часа, чтобы оно постояло. Потом поместить в духовку и выдержать 15 минут в духовке при температуре 150 градусов. Краску перемешать, не прикасаться к рисунку в течение 3 часов. На горизонтальной поверхности все уберечь от попадания пыли. Да, интересная краска. Вот такая вот краска. Красный, желтый, зеленый, синий, да? Бирюзовая, да вы что? Зеленый перламутр, желтая, yellow. Розовая. Вот такая вот красочка. Ну что, будем рисовать.